И снова всем здрасте. Вот сижу, смотрю тут в компьютере, лажу, короче, тут бац, приходит сообщение, читайте. Не смогли с нами связаться по почте, на ваше ФИО поступил перевод в размере 20 тысяч рублей. От 20. Ну чё, пошли за бабками. Госуслуги, выплаты. Можно получить здесь, получаем? Получаем. Сейчас посмотрим, что из этого. О, до 24 февраля, завтра последний день, все, успею, не успею, ну, понеслась. Так, вы уже получали компенсацию, проверить свою компенсацию, перейти на сайт, перешли, проверить свою компенсацию, проверим, введите последние 8 цифр банковской карты, вводим. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. Фу, проверяем. Сейчас начнется поиск моей компенсации. Вот он ищется уже. Ой. По базам. Что такое ВНДС? Найдена компенсация. Уже нашли так быстро. Ого-го. Понеслась душа в рай. Сорок пять косарей уже нашли. Сейчас еще поищем. Может, еще что-нибудь всплывет. Восемьдесят девять тысяч. Лохотрон в полном своем здравии. Ой, а мне выплатили 115. Это комментарий. Я и не знал, что мне ее можно получить. Хорошо, что соседка подсказала и дала ссылку на сайт этот. И я забрал деньги, что мне положены. Ой, Варламов, Прокофьев, всем привет, все молодцы. Другие по 283 начислили, а мне только 67 тысяч. Ой. Так, а нам сколько? А мне, вернее, уже 137. Да, нормально. Гню защитника Отечества. Прибавка в семью идет полным ходом. Сейчас мы дождемся конца этого дебилизма. А ведь верят некоторые дебилы. А потом кричат, ой, меня обманули. Ой, меня обманули. Но никто тебя не обманывал. Ты сам себя обманул. Мозги должны быть на плечах. Сейчас тебе государство будет тебе бабки выплачивать. Устанешь получать. Связаться с юристом для получения выплаты. Связываемся с юристом. Я уже, по-моему, такой ролик один делал. О, Ксюха, привет. Сейчас это будет мне тут что-то впаривать. Вот сюда вот мушкетера прилепи, Д'Артаньяна. Так, я Ксения, я юрист, я центр компенсации. Вы ранее уже получали денежную выплату? Нет. Не получал. Вон я под дурочку кашу. Отправить.
И время, главное дело, смотрите, все как положено. У меня есть час ваших данных, которые вы указали при поиске своей компенсации. Я сейчас поищу вашу анкету. Это займет не более минуты. Я никакую анкету не писал, не составлял. А у нее есть уже какие-то данные мои. Ну хорош уже, я тебе верю. Угу. Нашла анкету. Вот система сообщает, что выплате полагается 270 рублей 120 копеек. 270 120 рублей. Сейчас мы хапнем. Перейти. Переходим к заполнению ответа. Фамилия. Пишем. Лахатрон. Имя. Ну, как его имя придумать? Имя. Лохотрон. Лох. Лох. Отчество. Лохнович. Лохнович. Лохотрон Лох Лохнович. Дата рождения. Ну, пусть 18-го года я буду. Пол. Мужской. Сумма компенсации вы получаете? Получаете возврат НДС впервые? Да. Номер карты, на которую вы хотите получить выплату. Пишем номер карты. 42-12, 42-13 и 42-14. Фух, сохраните, отправить анкету юристу. Ввел. Еще что ли надо? А еще надо, ну давай 42-15. Фух. Не дописал 4 цифры. Я получил от вас анкету. Ну, молодец. Что получила? Чтобы завершить оформление выплаты, мы с вами сейчас должны внести вашу анкету в единый реестр получателей компенсации из бюджета. Вся процедура внесения вашей анкеты в реестр и последующие зачисления средств на ваш счет занимает не более 5 минут. Сейчас вам необходимо оплатить юридические услуги по регистрации анкеты. Сразу после этого я приму от вас личное заявление на выдачу компенсации из вашего бюджета. И вам автоматически будет отправлен перевод в размере 270 120 рублей на вашу. Оплатить 365 рублей за юридические услуги по регистрации анкеты. Оплачиваем. Номер карты. Ну и все. Понятно, да? Три цифры. X, Y, Z. Не хочет писать X, Y, Z. Номер карты. Давай номер карты напишем. Еще 42, 13, 42, 14, 42, 34, 45, 67. Иван Иванов. Лох. Лох Невич. ММ. 11.
год 23. 11.09.11.12 год 23. Номер карты указан неправильно. Конечно, неправильно. Оплатить. Раз, два, три. Оплачиваем. Вот и все. Понятно? 365 рублей от меня. Вы не дождетесь ушлепки. Все. Вот как прошли там у меня все эти фамилия, имя, отчество и все прочее. Прошли, а теперь нужно ввести карточку по правде. 300 рублей они получат и забудут про вас, как про страшный сон. Всем здоровья, не ведитесь на это. Как там назвать-то, полегче, помягче. Лохотрон, одним словом.